В год 70-й годовщины победы русского народа в Великой Отечественной войне Тульская епархия сделала подарок региональным полицейским и военным. Сначала пребывающие в Туле мощи святого великомученика Георгия Победоносца были доставлены для поклонения на базу тульского ОМОНа. В эти дни мы с вами оказались удостоены великой чести принимать в нашем городе величайшую христианскую святыню, десницу святого великомученика Победоносца Георгия. Кто-то из мудрых сказал: если ты потеряешь деньги, ты потеряешь немного. Если ты потеряешь друга, ты потеряешь половину. Если ты потеряешь веру, ты потеряешь все. Место, где мы принимаем десницу великомученика Георгия Победоносца, выбрано не случайно. ОМОН – это спецподразделение тульской полиции, и вообще спецподразделение тульской полиции ОМОНа СОБР – это особое подразделение, которые каждодневно рискуют своей жизнью и здоровьем для того, чтобы наши тулики, наши россияне чувствовали себя спокойно и комфортно. Я уверен, что поклонение мощам десницы великомученика Георгия Победоносца укрепит наших сотрудников тульской полиции, сотрудников спецподразделений в их вере в собственные силы, вере в Россию, вере в Бога. После торжественного построения руководство управления внутренних дел по Тульской области, ветераны полицейской службы и члены их семей, а также личный состав тульского отряда милиции особого назначения, приложились к деснице Георгия Победоносца и спросив у него святого покровительства и заступничества. Святыня находилась на базе ОМОН несколько часов, после чего ее доставили для поклонения в расположение 51-го полка 106-й дивизии ВДВ России. Сегодня в укреплении нашей веры и для поддержания наших духовных сил из удела Божией Матери Монашеской Республики Афон в наш город прибыла десница святого Георгия Победоносца, покровителя каждого, кто носит оружие и стоит на защите нравственности и своего Отечества. И прикладываясь сейчас к святыне, пусть каждый попросит у святого Георгия мужества и стойкости в этом великом деле, на которое благословила каждого из нас наша Родина. Храни вас Господь и Матерь Божья. Сегодня наш полк прибыла в великая святыня святого великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых в нашей стране. Недаром его изображение имеется на гербе столицы нашей Родины, города Москвы, на гербе нашего государства. Именно на день святого Георгия Победоносца в мае 1945 года пришлась победа советского народа в Великой Отечественной войне. Мы в нашем полку с радостью принимаем эту святыню и благодарим за оказанные честь и возможность преклониться перед мощами святого великомученика Победоносца Георгия. Десантники приветствовали святого Георгия, находящегося на тульской земле частицей своих святых и многоцелебных мощей, торжественным маршем. Поклонение мощам – неотъемлемая часть религиозной культуры боголюбивого русского народа. Участие тульских полицейских и военнослужащих в общем молитвенном ожидании перед поклонением святыни, являющейся своего рода жертвой Богу, которую он с радостью принимает, дало защитникам Отечества через десницу святого Георгия Победоносца все необходимое для спасения души и честного исполнения воинского и служебного долга.